Кать хорошо спину поставил. И Римашевский попроще предпочитает сыграть. Прощает пока Динамо игру, но это никак не сказывается на действие СКА 1946. И Кузьмин, получив немного свободного пространства на правом краю атаки, зашел в зону и неотразимо бросил 1-0 СКА 1946. Выходит вперед. Лазутин делает передачу на Семена Демидова, и тот делает счет 2-0. Вот там и брак в собственной зоне. Передача на Чернышова, и каким-то образом она все-таки проползла по щитке у Кирилла Герцевика. 2-1 становится счет. Дотянулся, а надворный отправляет шайбу в ворота. Сыграли всего ничего, 8 секунд делал.
шикарно разыграли. Вот они.